Веткаўскі музей ўжо шмат гадоў даследуе вобраз агня ў абразах. Сёлета гэтым праектам ён вырашыў падзяліцца з наведвальнікамі нацыянальнага мастацкага. На выставе прадстаўлены іконы не толькі з Веткі, але і з Гомеля, і з Брэста. Абвугленыя іконы памятаюць пажары 18-го стагоддзя і агонь Чарнобыля. Это историческая судьба Ветки, которую сжигали два раза царские войска. Это в 1730-х и 1760-х годах. То есть полностью было сожжено селение, и она несколько раз возрождалась заново. И вот это воскрешение, возрождение образа, восстание из пепла тоже является одной из нитей, одной из основных нитей авторской концепции данной выставки. Образы «Вогненное узыходжение» и «Литий», «Неопаленная купина» раскрывают старозаповедные сюжеты, а «Арханёл Михаил Ваявода» здивляя пераможной динамикой у стыля рококо, але створаны был так само у Ветцы. У центра ж выставы группа образов с выявой Божьей Мати. Мы видим нее не только в таком индивидуальном облике, сама икона Богоматери посвященная, но и в числе многочастных икон, четырехчастных, восьмичастных, где она соседствует с Богоматерями, например, «Утоли болезни», «Утоли печали». Как правило, такие многочастные иконы, они прежде всего целебники, они помогают людям от тех или иных болезней, напастей, трясовицы, например, огненной, как называли эту болезнь, лихорадку местные жители. И Богоматерь Огневидная сама по себе является исцеляющим образом. И также она соседствует с совершенно определенными типами, иконографиями Богоматери, которые выполняют примерно одну и ту же функцию. Божая Маці вогнеподобная заўсёды выявляецца без немаўляці, але на выставе прадстаўлены розныя іканаграфічныя тыпы, варыянты яе мастацкага выяўлення. Пазнаёміцца з імі можна да 12 верасня ў Нацыянальным мастацкім музеі.